Они играют на пиле, косе и даже рубели. Такие музыкальные инструменты в ансамбле освоили год назад. До этого выступали с русскими народными песнями. Мы попробовали один раз, и у нас получилось. Песня нам помогает в нашей непростой работе. Работа у нас пожарных спасателей. Начальник Ленинского территориального управления и сам в числе музыкантов. Он освоил приемы игры на деревянных ложках. А вот главный бухгалтер Маргарита Фисенко взялась за пилу. Оказывается, этот инструмент использовали как музыкальный уже с 20-х годов прошлого века. Кому-то я говорю, что вот я играю на пиле, никто понять не может. Сначала думают, что я там по зубьям что-то. Оказывается, очень легко. А у Валерия Селезова сегодня дебют. Большая занятость на работе не помешала главному эксперту территориального управления освоить такой необычный инструмент. Мужчина усердно репетировал выходные дни и спустя месяц заиграл. Очень сложно. Вот, тут нужен своеобразный талант. Каждый выходной я вот тренировался на балконе. В коллективе сейчас 15 человек, и только у нескольких есть профессиональное музыкальное образование. Но это не мешает подходить к делу со всей серьезностью. Обязанности руководителя взял на себя Василий Филипенко. Он же главный баянист ансамбля, который занимается подборкой репертуара. А бухгалтер Маргарита отвечает за аранжировку песен. Самое главное, что это повысить стрессоустойчивость. Это поднять моральный дух наших зрителей. А зрители наши – это наши работники, которые соприкасаются каждый день с опасностью для своей жизни, для других. Но самое главное, они выполняют благородную задачу – это спасают людей. За плечами самодеятельных артистов уже не одна победа. В прошлом году они заняли первое место в конкурсе художественной самодеятельности среди территориальных управлений Московской области, получили кубок и грамоты. Выступали на различных областных мероприятиях, а в этот раз решили свой коллектив представить на конкурс «Наше Подмосковье» и своим примером показать, что песня не только строить и жить помогает, но и поднимает моральный дух в такой непростой работе, как спасение людей. Ирина Бокова, Владимир Бижонов, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.